всей души вас поздравляю с этой замечательной традицией, с вашим участием в трудовом десанте. Сегодняшняя задача будет не просто убрать снег. Пообщайтесь с ветеранами, поговорите с ними, они очень вас ждут. Те, кто принимает участие в акции не первый год, знают, что они называют вас тимуровцами. И, скажем так, за 7 лет вы стали для них очень родными и близкими людьми. Вы сейчас лицо той молодежи, которая пойдет к ветеранам и покажет, что у города есть будущее. У города замечательная молодежь, которая может делать большие дела. Ребят, с праздником! Будьте сегодня молодцами, я очень вами горжусь. Спасибо. Вы действительно делаете большое дело. Большое дело для тех людей, которые не в силах сами сделать и требуют, им необходима помощь. Вы выражаете свою жизненную позицию вот в том, что вы сделаете своими руками. За это вам большое спасибо. Ну и хорошо вам поработать. Трудовой десант – это помощь местному населению, пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны. Каждый молодой человек, каждая девушка должны помогать ветеранам, пожилым людям, потому что они нуждаются в нашей помощи. Старый человек, я не могу сама уже это делать. А ребятам очень большое спасибо.